Сериал «Рамо» завоевал сердца турецких и зарубежных телезрителей, которые внимательно следят за сюжетной линией на протяжении длительного времени. Но недавно стало известно, что продюсерами было принято решение о его закрытии уже в ближайшую неделю. Многие задались вопросом, что же послужило этому причиной. В последнее время турецкая киноиндустрия работает в сложных условиях из-за пандемии опасной инфекции. Многие ведущие актеры подверглись заражению из-за специфики своей работы. Так, коронавирусной инфекцией переболели Бурак Дениз, Хазал Кая, Берк Атан, Фуркан Палалы и другие актеры. Пришлось приостановить съемочный процесс сериалов «Однажды в Чукурова», «Пера Палас», «Марашанец». И вот новое известие о Мурате Йылдырыме. Оказывается, актер тоже заболел. У него коронавирус, и поэтому ему приходится соблюдать карантин в домашних условиях. Мурат лично рассказал, что так и есть на самом деле. Конечно, многие поклонники Рамо недоумевают, почему бы не сделать вынужденный перерыв и продолжить историю после выхода Йылдырыма. Но обычно в мае съемки всех сериалов прекращаются из-за религиозных праздников. И хотя зрители ждут продолжения полюбившихся сериальных историй, рекламодатели отмечают снижение рейтингов в категории АБ. Их это не устраивает, и, соответственно, без эфира они не будут ждать 2 месяца до возобновления съемок. В итоге остается только уповать на талант и фантазию сценаристов, которые смогут быстро придумать достойный финал успешному проекту «Рамо». Следите за событиями из жизни звезд турецкого кино вместе с нами и подписывайтесь на наш канал.